Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Humble Coin. Humble Coin в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Humble Coin с сайта компании. Мы сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. Humble Coin – самая большая в мире криптовалюта, созданная для децентрализованной криптографической платформы Fantasy Sports с настоящими спортивными знаменитостями. Нам предоставлен промо-ролик, с которым можно ознакомиться. И также есть информация о том, что такое HBL. Humble Coin – это децентрализованная криптовалюта в стиле Fantasy Sport ERC-20, построенная на блоке Ethereum, которая занимается созданием онлайн-платформ для спортивных предсказателей спорта со знаменитостями и другими игроками Fantasy Sport. Он использует опыт и шансы игроков на все фэнтезийные виды спорта по всему миру. У пользователей данной платформы появится шанс поиграть с профессиональными спортсменами в крупных спортивных играх, таких как баскетбол, футбол, бейсбол, занятия боксом, да, бокс. У этого проекта есть знаменитые партнеры. Мы видим, нам предоставлены фотографии знаменитых спортивных игроков. Humble будет иметь общий токен в 1 миллиард молей. Из них 400 миллионов будет выделено для продаж. Мы также видим, что до окончания основных продаж уже остается 6 дней. Также мы видим стоимость за один токен. Это чуть больше 19 центов. Ниже мы видим распределение. Токенов и также распределение доходов. То, что касается распределения токена, здесь можно сказать, что команда оставила для себя и партнера совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. То, что касается распределения средств, мы видим, большая часть пойдет на маркетинг, также на оборудование. Это будет наем работников и операционные расходы. Ниже предоставлен нам раздел «Дорожная карта». Мы видим, что данный проект запустился в феврале 2018 года. Уже прошел несколько этапов. Можно отметить хорошо распланированный график. Развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. То, что касается команды. Здесь все хорошо. Внушает спокойствие, доверие. Ведь над данным ICO работает слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают известные
специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также нам предоставлены новости, освещаемые в СМИ. События. Здесь есть видео состоявшихся событий. Также в разделе «Медиа» можно тоже узнать о этом проекте. Партнеры ICO Humble. Также на сайте есть часто задаваемые вопросы, на которые, вкликнув по ним, вы можете увидеть ответ. В самом конце нам предоставлены социальные сети, где мы можем стать подписчиками данного проекта, получать больше информации, быть в курсе последних событий. На этом обзор нового ICO проекта окончен. Хочу сказать, держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!